Юные натуралисты и лесоводы со всего региона собрались в областной столице, чтобы обменяться опытом, послушать полезные лекции, а также пообщаться с представителями профильных министерств и организаций. Также в рамках слета прошел конкурс юных экологов и лесоводов «Экологический лабиринт». Он был организован в формате тестирования. Педагоги поучаствовали в семинарах и лекциях. Кроме того, были выбраны лучшие юные экологи, которые поедут представлять нашу страну на общем слете России и Белоруссии «Экология без границ». Юнаты также активные участники ряда проектов, направленных на защиту окружающей среды и животных. Станция юнатов постоянно участвует в мероприятиях, которые проводятся Минприроды совместно с Минлесом, правительством Тверской области. В первую очередь, конечно, это привлекаем их через участие субботников. Постоянно вот, отдать им большое спасибо. Откликаются, приходят на наши мероприятия.